Друзья, привет! У нас сегодня немножко снежок. Снежок немножко появился, видите, на пасеке. Снежок. Это хорошо, так как я могу уже успокоиться. Уже мишки спать лягут, залезут в свои берлоги. И пчелок, надеюсь, уже не потревожат, не придут. Уже должны были давно спать лечь, но в этом году почему-то зима затягивала с тем, чтобы ложить на землю снег. Ну вот он ложится уже понемножку. Мороз уже. Так что... Но у нас другая проблема. Теперь птицы. Теперь будут птицы тревожить пчелок. Поэтому нужно что пройти? Стеклышки поставить. Прикрыть литки стеклышками, чтобы они их не тревожили. Так что, наверное, завтра буду заниматься этим вопросом. Вот. Такие дела у нас, друзья. Так что, всем хорошего дня.